Ребята, всем доброго времени суток. В этом обзоре поговорим про еще одну интересную криптоплатформу под названием OXPAD. Итак, что же это такое? Это мультицепочная панель запуска и также протокол десталилизованного инкубатора, а также десталилизация начального финансирования и предоставление каждому раннего доступа к инновационным проектам. Также можете присоединиться к продажам. Давайте покажу вам данную страничку, где, собственно, могут происходить продажи данного токена. Вот, ну и соответственно увидим, что сейл закончится через 3 дня, когда я записываю видео. Именно такое у нас, в общем-то, соотношение времени. Следующее, что важно, это в чем же преимущество данного проекта. Так вот, проект децентрализованный, то есть он работает как децентрализованная стартовая площадка и как протокол инкубатора. Поэтому ангельское инвестирование, оно, в общем-то, доступно всем, как и, собственно, должно быть, в принципе, всегда. Также у вас есть ранний доступ ко всем, собственно, преимуществам данного проекта. Также здесь есть надлежащая проверка, и данная платформа защищена, то есть здесь безопасность хорошая, что, конечно же, имеет очень большое значение. Далее, расскажу про функции данного проекта. Это 0x Launchpad, соответственно, который позволяет членам участвовать в различных уровнях и, соответственно, партнерских проектах. Далее 0x инкубатор, также это OX Vault, хранилище для ставок инкубаторов, OXPAD, также OX Mine, функция добычи ликвидности от OXPAD. Ну и далее видим, как это все работает, то есть есть гостевой доступ IDO, также, соответственно, доступ для членов, есть разные варианты, бронза это 3 блокировки, серебряные это 30, 180 это золото, платина 365. Вот, и видим, что есть увеличение распределения IDO инкубатора, вознаграждение за стейкинг и прав, собственно, на управление. Далее дорожная карта данного проекта, тоже можете с ней ознакомиться, в частности, видим, что здесь будет расширение для большого числа блокчейнов, такие как Solana, Ethereum, Polygon, Cardano, в том числе тоже. Также по токен тоже давайте я расскажу вам. То есть токен OXPAD, видим, что он на BSC скане уже отслеживается. Вот, 100 миллионов монет. Ну, пока еще, конечно же, токен молодой, тут особо нет никаких транзакций, но они в перспективе появятся. Вот, и, соответственно, также еще расскажу про партнеров данного проекта. Это Binance Smart Chain, это Aetna Network и многие другие, допустим, PancakeSwap. Также советую вступить в их соцсети, такие как Twitter, Telegram, Medium. Давайте Twitter, например, покажу вам. Здесь большая аудитория, поэтому тоже советую со всем этим ознакомиться. Ну что ж, на этом буду завершать данный обзор. Спасибо всем, что его посмотрели, и до встречи.